Коллеги, наш пресс-центр на выставке Retail Tech продолжает свою работу. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьте, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Максим Дебердеев. Я представляю компанию RusHalls, отвечаю за коммерческие стратегии в этой компании. И на этой выставке мы представляем себя в новом амплуа, то, что известно исторически нашей компании как дистрибьютор кофейного оборудования и различного оборудования для хорики. Но в данном мероприятии мы участвуем необычно. Мы сделали упор на IT-составляющую, и поэтому здесь представляем решение мониторинговый центр, который мониторит как раз то оборудование, которое у ритейла стоит в распределенном виде, то есть на точках продаж. С помощью нашего мониторингового центра мы можем отслеживать состояние всего оборудования, которое ставится, его состояние, реагировать и даже управлять им, если это требуется. Например, устранять всевозможные ошибки, либо сообщать персоналу на точках о том, что что-то произошло и нужно вмешаться. В данном случае мы хотим показать, что работать по старинке уже не получается. И с помощью нашего решения как раз компании-сетевики могут успешно развивать новые форматы, а именно встраивать в свою традиционную розничную торговлю магазин в магазине, либо вставить кофейные модули в свои традиционные магазины и не затрачивать на это много усилий человеческого ресурса или какого-то другого, потому что мы берем на себя именно эту функцию. Мы удаленно понимаем, что произойдет с тем или иным оборудованием, и поможем его обслужить, если необходимо. Поэтому здесь мы ждем наших традиционных партнеров, а также новых из крупных корпоративных клиентов, а именно там все, кто представляет федеральные розничные сети, сети АЗС, у кого есть рознично распределенные точки, для того, чтобы как раз они посмотрели, с чем они могут сейчас взаимодействовать, какие новые инструменты появляются на рынке, и применить это в своей практике. Потому что технологии шагают очень быстро. Искусственный интеллект добавляем всевозможные штуки, связанные с мобильными приложениями, взаимодействие с покупателями, вплоть до того, что покупатель может, например, отрегулировать свой вкус напитка с приложения, не касаясь кофемашины. Он может это делать со смартфона, отправить на конкретную кофемашину, она ему нальет тот конкретный рецепт, который ему хочется. Можно использовать программы лояльности, когда идут в местах продаж, например, кофейных напитков, розыгрыши всевозможных призов только по нажатию на кнопку налития напитка. Такие фишечки позволяют очень эффективно осваивать бюджет и выстраивать программы лояльности, а также эффективно управлять этим бизнесом, потому что он распределен. И вот как раз наше решение направлено на то, чтобы централизовать это управление и обеспечить взаимодействие с точками самым эффективным образом. Что еще можно добавить? Что мы вкладываемся в развитие, и вот через год-два, скорее всего, мы даже не узнаем эту отрасль. В этом смысле как раз приглашаем всех к нам, покажем, расскажем, куда уже мы шагнули, какие у нас есть планы на будущее. Я думаю, всем будет интересно. Спасибо большое. На выставке Retail Tech сразу понимаю, что будущее уже наступило. Спасибо большое и вашей компании. Надеюсь, конечно, через год-два мы уже не узнаем эту индустрию. Спасибо вам огромное. Хорошо. Всего хорошего. Ждем.